На экскурсии в Государственной Думе России побывали ребята из 3-й коррекционной школы «Чебоксар». Они не только погуляли по коридорам власти, но и познакомились с историей парламента страны, узнали о принципах работы комитетов и фракций, пообщались с депутатом Аленой Аршиновой. Вот она, хорошо знакомая всем думская лестница. Здесь дают интервью, встречаются с коллегами, фотографируются. Именно отсюда начинается знакомство с работой Нижней палаты российского парламента. История парламентаризма в нашей стране уходит корнями к Новгородскому вече. Затем были земские соборы, собрания, советы. А вот Дума, как законодательный орган, представьте себе, молода. 11 лет до революции и 20 лет после советской власти. Об этом и многом другом рассказывает выставочная экспозиция в фойе старого здания. В новом размещаются рабочие кабинеты депутатов и администрации Нижней палаты, залы заседаний комитетов, штабы фракций. Последние тоже выглядят по-музейному. Символика, сувениры, наглядная агитация. Алена Аршинова встречалась с гостями в помещении комитета по образованию. Как заместителю председателя ей здесь привычнее. Алена Игоревна рассказала, какие вопросы обсуждаются здесь, какие задачи ставятся, какие идеи рождаются. Как сделать нашу сферу образования и вообще наше образование в целом лучше, чтобы мы с вами были образованными, чтобы мы с вами были лучшими в мире, чтобы больше всех знали и чтобы мы могли найти работу, получать хорошую зарплату. Что только не обсудили в этот раз, и то, как важно быть профессионалом в своей сфере, и когда учителя и врачи в нашей стране будут жить лучше, что необходимо знать и уметь будущему политику. Вполне вероятно, что кто-то из участников этой встречи со временем состоится как народный избранник. Истории известно немало примеров, когда люди с физическими недостатками становились успешными политиками. Рузвельт, Георг V, Дэвид Бланкетт, Леди Кэмпбелл. Эта поездка важна для наших детей еще и потому, что, возможно, кто-то в будущем захочет попробовать себя на политическом поприще, стать депутатом Чувашии или даже Госдумы. Елена Гальперина, Александр Петров для «Республики» из Москвы.